Здравствуйте. Сегодняшняя тема нашей лекции – службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда – housekeeping. Ознакомьтесь, пожалуйста, с планом нашей сегодняшней лекции. Структура службы управления номерным фондом. Второй пункт – служба, состав служб обслуживания и эксплуатации номерного фонда. Обязанности персонала служб обслуживания и эксплуатации номерного фонда. Инструкции для уборки помещений гостиницы. Четвертый пункт – обслуживание в номерах VIP-персон. Пятый – правила безопасности для горничных, стандарты чистоты. И, наконец, шестой – персонал объединенной сервисной группы. По-другому они называются униформисты. Вам представлен список использованной литературы, которая рекомендуется для изучения этой темы. Служба обслуживания гостей является либо самостоятельным подразделением, либо входит в службу фронт-офис. Персонал этой службы работает с клиентами в постоянном контакте и выполняет функции, связанные с обслуживанием. Возглавляет службу обслуживания менеджер, которому подчинены швейцары, пажи, багажисты, лифтеры, консьержи, курьеры, водители. Иногда работу этой службы координируют консьержи. На предыдущем занятии мы подробно изучили обязанности этого персонала. Специфика службы обслуживания заключается в том, что персонал должен обладать максимально возможной информацией как о самом отеле и его службах, так и о местных условиях и достопримечательностях. Служба обслуживания работает 24 часа в сутки, 365 дней в году и должна предоставлять информацию и услуги своим гостям по первому их зову. В обязанности данной службы входит постоянное обновление такой информации, а также предоставление рекламной и оперативной информации. Службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда входят в качестве структурных подразделений в службу управления номерным фондом. Давайте разберем структуру службы управления номерным фондом. В нее входит служба приема и размещения, служба персонала в униформе, служба эксплуатации номерного фонда. В свою очередь в службу приема и размещения входит стойка администратора, телефонная служба, кассир, ночной аудит, отдел бронирования. В службу персонала в униформе входит служба посыльных, швейцаров, служба носильщиков, служба консьержей, служба парковки, транспортная служба, бюро обслуживания. И в службу эксплуатации номерного фонда входит служба горничных, прачечная химчистка, группа контроля, отдел уборки служебных помещений и прилегающей территории и хозяйственная служба. Состав службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда входят следующие сотрудники. Руководитель службы контролирует работу всех сотрудников службы и отвечает за эффективную работу своего подразделения, следит за соблюдением корпоративной политики предприятия, выработанных стандартов и должностных инструкций. Заместитель руководителя службы. Он отвечает за состояние номеров отеля, готовит отчет о статусе номеров, непосредственно руководит персоналом по уборке, составляет график его работы. Директор прачечной химчистки.
отвечает за работу прачечной химчистки внутри гостиницы и является вторым заместителем руководителя службы хозяйственного обеспечения и обслуживания. Несет ответственность за обеспечение гостиницы чистым бельем для бесперебойной работы номерного фонда и службы питания, а также за выполнение заказов гостей по чистке и утюжке одежды. Дежурный по этажу возглавляет группу, состоящую из горничных и служащих по уборке, оказывает помощь в размещении клиентов в номерах, отвечает за состояние закрепленной за ним части номерного фонда, контроль качества уборки жилых и нежилых помещений, проверяет убранные номера, ведет прием или передачу сообщений гостям на этаже, оформление журналов дежурств, а также составление отчетов о неисправностях и состоянии номеров. В его обязанности входит обучение персонала, оптимальное распределение загрузки сотрудников во время генеральной уборки. Горничная занимается уборкой гостиничных номеров и подготовкой их для сна. Горничная должна убирать 10-13 номеров в день в гостиницах высокой категории и 18-20 номеров в гостиницах экономического класса. В обязанности горничной входит сбор из номера вещей, которые клиент хочет постирать или почистить, и передача их в соответствующие службы. Норма уборки номеров одной горничной зависит от разных факторов: норм, установленных стандартом обслуживания сетевых гостиниц, категории гостиницы, структуры номерного фонда, политики руководства гостиницы, направленные либо на экономию, либо на повышение качества обслуживания. Следующий у нас служащий по уборке помещений. Он работает в номерном фонде и ежедневно занимается уборкой коридоров, кабин лифтов, лестничных зон, служебных, торговых и складских помещений, а также других специализированных или общественных зон, помогает горничным во время генеральной уборки. И ночной дежурный отвечает за подразделение после окончания дневных работ. Он занимается подведением баланса операции отдела за прошедший день, проверяет, убраны ли все занятые номера, все ли оборудование в них функционирует. При необходимости осуществляет проверку сигнализации и безопасности на этажах отеля. К обязанностям персонала служб обслуживания и эксплуатации номерного фонда клиентов относятся: подноска багажа и его маркировка, сортировка и передача приходящей на имя гостей корреспонденции, заказ авиационных, автобусных или железнодорожных билетов, предоставление информации о расписании движения городского, пригородного транспорта и транспорта дальнего следования, прием заказов на организацию экскурсий, посещение музеев, театров, развлекательных центров, клубов, ресторанов, предоставление информации о местных достопримечательностях и учреждениях сферы досуга и развлечений, информирование гостей о возможности получения дополнительных услуг как в сервисных службах отеля, так и в близлежащих учреждениях, предоставление автомобилей в аренду с услугами водителя или без них, затем помощь в экстренных случаях, выполнение небольших поручений клиентов, уборка гостиничных номеров и помещений, соблюдение санитарно-гигиенических условий в отеле и так далее. Служба эксплуатации номерного фонда ежедневно сверяет свои данные о номерах с данными службы приема. Сообщение службы приема о выписке гостей из номера фиксируется в соответствующей графе журнала хозяйственной службы.
В другой графе журнала записывается фамилия горничной, которой поручена уборка номера. По окончании уборки в журнале делается соответствующая отметка. О готовности номера сообщается в службу приема. Технология уборки номеров. В технологии уборки номеров различают ежедневную после отъезда гостей и генеральную, промежуточную уборку. И каждый день горничная осуществляет текущую и промежуточную уборку. Уборка номеров осуществляется в следующей последовательности. Сначала уборка производится в забронированных номерах, затем убираются номера, которые освободились. В последнюю очередь производится уборка в занятых номерах. Обслуживание необходимо проводить во время, когда гости отсутствуют в номере. Для этого предварительно необходимо согласовать с клиентами время уборки. Если гости находятся в номере, необходимо получить разрешение на уборку. Ежедневная текущая уборка жилых номеров. Помещение номера проветривается в течение 20-30 минут. Зимой открывается форточка, летом окна. Отсортировывается ресторанная посуда от посуды, которой укомплектован номер. Затем моется посуда, оставленная гостем, и накрывается чистым полотенцем до конца уборки. Горничная приступает к уборке постели. Снимается и перевертывается на матрасник, встряхивается простыня, одеяло с пододеяльником, взбиваются подушки. Затем заправляется постель следующим образом. Расправляются подушки и все закрываются одеялом с пододеяльником, обязательно закрывая подушки. Затем все накрывается покрывалом. Удаляется пыль с мебели, столов, телевизора, телефона, холодильника, радиоприемника. Удаляется пыль из ковра, прикроватного коврика, с напольного покрытия и пола. Во время проведения уборки в номере категорически запрещается вставать на столы, диваны, кресла и прочую мебель. Далее горничная вывешивает полотенца для каждого гостя. Не менее двух в средствах размещения категории 1-2 звезды, не менее трех в трехзвездочной гостинице, не менее пяти в средствах размещения категории 4-5 звезд. Выкладывает полиэтиленовые пакеты для белья, вещей, сдаваемых гостям в стирку и химчистку. Завершается уборка в номере приведением в надлежащий порядок санузел. Приступая к уборке санузла, горничная должна надеть резиновые перчатки и клеенчатый фартук. Ежедневная уборка санузлов в номерах, согласно требованиям санитарных норм и правил, должна производиться в следующей последовательности. Протирается навесная полочка и зеркала, полотенцесушитель. Протирается глазурованная керамическая плитка. Моется умывальник, ванна, биде, унитаз. Удаляется мусор из педального ведра, после чего оно моется. Моется резиновый коврик с добавлением дезинфицирующего препарата. Затем моется пол после окончания уборки санузла. Горничная снимает перчатки, дезинфицирует руки. Раскладывает на туалетной полочке стаканы по числу проживающих в номере и необходимый набор предметов гостеприимства в зависимости от категории гостиницы и стандартов. Ну, гель для душа, шампунь, мыло, зубная щетка, паста, тапочки, салфетки, туалетная бумага с резервным рулоном. Нельзя перекладывать документы, важные бумаги, закрывать и складывать книги, записи гостей.
Нельзя трогать ноутбуки, фотоаппараты, ювелирные изделия, деньги. До отъезда гостя нельзя ничего выбрасывать из номера. Мусором является только то, что выброшено гостем в мусорное ведро или корзину. Ежедневная промежуточная уборка в номерах зачастую осуществляется во второй половине дня по требованию гостей за отдельную плату или если эта уборка указана в распорядке рабочего дня. Все виды уборки, проводимые в номерах отеля, осуществляются с обязательным использованием инвентаря по уборке и необходимых расходных средств. Технологически целесообразно использование инвентаря по уборке и средств, сохранение и содержание их в надлежащем состоянии – это важные мероприятия в соблюдении норм санитарно-эпидемиологического режима. Если гость оставил белье для стирки, горничная передает белье в специальном пакете старшей горничной, которая передает его в прачечную. Старшая горничная оформляет квитанцию с перечнем белья и отмечает стоимость стирки, после этого кладет на стол чистый бланк заказ на стирку, вешает новый пакет для белья в санузле. Если в номере обнаружены неисправности сантехнического оборудования, электрооборудования, водоснабжения, бытовой техники, необходимо дать заявку в диспетчерский пункт инженерной эксплуатационной службы, осуществить запись в журнале и проследить за выполнением заявки. При выезде гостя горничная должна проверить, не забыли ли гости что-нибудь в номере, и проверить состояние оборудования в номере, заменить постельное белье и полотенце, заменить информационный материал, после этого убирается номер. Генеральная уборка осуществляется в период отсутствия гостей в номере и связывается с влажной уборкой, протиранием мебели, удалением пятен на полу, ковровым покрытием, мягкой мебели, мытьем санузлов, специальным раствором. Целью генеральной уборки является осуществить полную тщательную уборку с применением уборочного инвентаря, материалов и машин, охватить уборкой все те объекты и места жилого номера, которые не подвергаются ежедневной уборке и уборке после выезда гостя. Генеральная уборка номеров производится систематически с установленной периодичностью 7-10 дней. Во время генеральной уборки протираются от пыли стены, прочищаются вентиляционные решетки, пылесосом чистятся драпировки, перинки, протираются стекла окон, дверей, проводится мытье ковров, дорожек. Шторы на окнах чистятся пылесосом и два раза в год сдаются в химчистку или прачечную. Администрация средства размещения должна четко отслеживать периодичность генеральной уборки. Периодичность чистки предметов комплектации номера. Покрывало по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Одеяло по мере необходимости не реже 6 раз в год. Шторы в комнате по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Шторы в ванной по мере необходимости не реже 1 раза в месяц. Согласно общепринятым стандартам, в гостиничном хозяйстве схема экспресс-уборки номера включает следующие этапы. Это проветривание и кондиционирование помещений,
Проветривание обеспечивается естественным образом путем открытия окон на 20-30 минут или с использованием систем кондиционирования. Комфортные аэродинамические характеристики помещений обязательно должны обеспечиваться в срок за полсуток перед прибытием гостей в номер. Затем снятие грязного белья с постельных принадлежностей. Чистое белье необходимо положить рядом с кроватью. Кровать с постельными принадлежностями остается на определенный срок для проветривания. В ванной убираются использованные полотенца, халаты и прочее. Затем моются раковины, стаканы. Моются в ванну, унитаз. В период высыхания ванны и раковин заправляется постель. Осуществляется подготовка балкона, если он предусмотрен в номере. В жилой комнате вытирается пыль со всех предметов. Осуществляется уборка пола пылесосом. Моется пол в ванной комнате. Обновляются и заменяются использованный инвентарь. Мыло, спички, туалетная бумага и так далее. В ванной комнате осуществляется замена полотенец, халатов и других. Уборка номеров должна осуществляться с разрешения гостей. Обычно в номерах должна быть вывеска на дверной ручке «Просьба не беспокоить», что является предостережением для горничной не входить в номер. Если вывеска на дверной ручке отсутствует, горничная заходит в номер и должна спросить разрешение на уборку. Получив разрешение, она начинает убирать с ванной, потом продолжает уборку в жилой комнате в присутствии гостя, если он не возражает, или может попросить гостя выйти. Уборка номера после выезда гостя. Целью проведения этой уборки является полная замена предметов гостеприимства разового пользования, замена справочных информационных материалов, убедиться в том, что в номере ничего не пропало, действовать согласно инструкции. В номере нет забытых вещей или оставленных вещей, все техническое оборудование работает исправно. Более тщательная уборка. Очистить ионизировать воздух в номере с помощью специального оборудования. После уборки горничных номеров их работу проверяет дежурный на этаже. В течение рабочей смены дежурный на этаже при быстрой проверке, согласно норме, должен осмотреть 100 номеров. При более тщательной проверке норма составляет 35 номеров. В процессе быстрой проверки, которая длится 3-5 минут, дежурный на этаже должен выяснить, проводилось проветривание в номере. Особое внимание необходимо обратить на наличие посторонних запахов в санитарно-гигиенических помещениях номера. На качество уборки в жилой части и в санузлах, удаленный налет, пятна на раковине, унитазе, душевой, ванной, облицовочной плитке, убранную кровать. Более основательная проверка продолжается 7-10 минут и касается детального изучения дежурным на этаже качества уборки, замены белья, полотенца в ванной комнате, пополнение использованных сопутствующих материалов, удаление пятен на ковровом покрытии, мягкой мебели, замены информационного материала, технического состояния бытовых приборов. Любые замечания относительно качества обслуживания горничной обязательно должны учитываться в перспективе. В структуре служебных помещений гостиницы служба обслуживания номеров должна обладать помещениями производственного использования, характеризующиеся достаточными размерами
для организации и проведения руководителем службы координационной работы, проведения обучения, тренингов, празднования корпоративных мероприятий и так далее. В общем служебном помещении горничные получают задания и отчитываются о выполнении работы. Обсуждаются задачи для выполнения работы по секторам отеля, проводятся разговоры с персоналом, доводится информация по подготовке номера к приему гостей, распоряжения по выдаче средств и инвентаря, хранятся и контролируются ключи служебного использования. Кроме общего служебного помещения, на каждом этаже в гостиницах должны быть технологические помещения для обслуживающего персонала. Эти небольшие служебные помещения используются для хранения инвентаря, средств ухода за помещениями, переодевания и хранения личных вещей и отдыха. В функциональной структуре службы выделяются отдельные подразделения, которые осуществляют ремонт, стирки униформы сотрудников отеля. В особо крупных гостиницах организуется отдельная структура нянь для ухода за детьми, которая работает эпизодически. В ее работе задействован персонал других служб, который в свободное время имеет возможность дополнительного заработка. Гости в таких ситуациях оплачивают услуги непосредственно персоналу. Объем работы и распределение обязанностей среди персонала хозяйственной службы существенно зависит от размеров гостиницы, места расположения, наличия прилегающей территории, находящейся в структуре гостиничного комплекса. В частности, если отелю принадлежит зеленая зона, в функции этой службы может входить поддержание порядка и чистоты ее территории. Для учета оборудования в каждом номере предусмотрено специальное описание в виде отдельной карточки, в которой указаны данные о состоянии номера, структуре инвентаря, неисправности, пропавшие вещи и прочее. В европейских отелях распространен опыт дважды в год, посреди и в конце года проводить инвентаризацию. В процессе инвентаризации производится учет белья, одеял, полотенец, халатов, других изделий из тканей, белья, используемого в ресторане, на сохранении костелянши, прачечной. Аналогичный учет осуществляется в отношении посуды, предметов интерьера и так далее. Цель инвентаризации касается выяснение обеспечения инвентарем, необходимость его замены, расходы на замену в бюджете. Согласно опыту функционирования службы обслуживания номеров, в гостиницах ежегодно необходимо заменить или восстановить до 10% всего инвентаря. Материальная база и стандарты обслуживания в номерах. Материальная база номеров должна отвечать потребностям клиентов и категории отеля, в которой он позиционируется. В европейских отелях стандартный набор инвентаря в жилой комнате должен включать кровать, стол, два кресла, диван, стол под кофе, торшер, две тумбочки, две лампы возле кровати, настольные или настенные, телевизор, телефон или факс, шкаф для одежды, комод с выдвижными ящиками, мини-бар с выпивкой и легкой закуской. В ванной комнате должна быть ванная, ванна-джакузи в номерах люкс, отели высшей категории, или душевая кабина, биде и унитаз
светильник, зеркало. Дополнительно в номере могут предлагаться сопутствующие материалы. Спички, одна коробка в жилой комнате и одна в ванной. 15 клапанов, 6 обычных, 6 для юбок, 3 с зажимом для брюк. Полиэтиленовый пакет для грязного белья или одежды с вложенными в него информационным листком и расценками прачечной и химчистки. Пакеты покупок с запечатанными на них логотипом гостиницы. Мешочки из ткани с лавандой против моли и для ароматизации одежды в шкафу. Сейф, если в отеле отсутствуют специальные для хранения ценных вещей помещения. Письменный набор, конверты, бумага для факсовых сообщений, ручка, карандаш, скоросшиватель и другие канцелярские принадлежности, открытки с фотографиями отеля, города или страны, справочник телефонов основных служб гостиниц, справочник телефонов дополнительных услуг гостиниц. У телефона должна быть записная книжка с ручкой. В ванной комнате на одного человека должно быть 2 банных полотенца, 2 полотенца для лица, 2 небольших полотенца для тела, коврик, халат, тапочки, шампунь для тела и волос, мыло для тела и для рук, лосьон для натирания тела после принятия ванны, кондиционер для волос, банная шапочка, палочки для чистки ушей, тампоны для снятия макияжа, набор для шитья, крем для обуви, зубная паста, зубная щетка, крем для бритья, станок для бритья, туалетная вода после бритья. Перечисленный перечень инвентаря в основных функциональных помещениях номера – это произвольный минимум, который корректируется гостиничным заведением. Гостиничное заведение может увеличить объем сопутствующих услуг, которые предопределяют дополнительные расходы. Одновременно они привлекают больше гостей и побуждают использование большего объема услуг. Например, в отдельных гостиницах и номерах предлагают кофеварку, бесплатный кофе и чай, в других гладильные доски и утюги. Вот последняя услуга широко распространена в США, однако в Европе предоставляется с осторожностью ввиду пожарной опасности. Отдельного внимания заслуживает обслуживание в номерах VIP-персон. Гости этой категории предпочитают особо комфортные номера категории люкс, например, президентский люкс. Кроме сейфа в номере, мини-бара с широким выбором спиртных напитков и закусок, холодильника и прочего, обслуживание обеспечивает несколько человек, зачастую горничная под наблюдением дежурного этажа на этаже. В обслуживании горничной VIP номеров важно вовремя пополнить и заменить сопутствующие материалы. Это канцелярские принадлежности, средства индивидуальной гигиены, средства ухода за обувью, одеждой и прочее. Использование сопутствующих средств в гостиницах общепринятые подходы. Например, на одного человека для мытья тела выделяется одно мыло массой 80 грамм, а для рук 20 грамм. Перед прибытием клиента все мыло должно обновляться. Важно своевременно осуществлять замену средств, если клиент проживает в номере долго и часто использует. Администрация заранее готовится к встрече VIP-гостей.
значит, посылает в комнату шампанское, фрукты, цветы, организует дополнительную систему безопасности, предлагает дополнительные услуги, ориентировочный перечень, которых зависит от фантазии руководства заведения и индивидуальных предпочтений клиента. Статусы VIP-гостей. VIP-1. Предоставление номера более высокой категории по цене стандартного номера. Улучшение условий проживания. Минеральная вода. Карточка приветствия от руководства отеля. Небольшая упаковка с печеньем. Блюдо с нарезанными фруктами. Ножи и вилки. VIP-2. Все те услуги, которые предоставляются в VIP-1, плюс подарок, халат, тапочки и маленькая композиция цветов. VIP-3. Это услуги, которые предоставляются в VIP-2, но плюс к этому 20 граммов черной икры, водка в маленьком графине, бутылка шампанского в ведерке со льдом, поднос или корзинка с фруктами и большая композиция из цветов. Какие привилегии для участников программы «Клуб звезд» предоставляются в гостиницах? Серебряный участник при проживании в отеле более 25 дней. Значит, какие предоставляются привилегии? Это регистрация въезда и оформление за специальной стойкой ресепшн, халат в подарок, бутылка минеральной воды, свежие цветы и приглашение на любую развлекательную программу в отеле. Золотой участник программы, все, что предоставляется серебряному, плюс карточка приветствия от генерального менеджера гостиницы при въезде, свежие газеты. Платиновый участник программы, все, что предоставляется золотому, плюс фирменная футболка и какие-то сувениры. Бриллиантовый участник программы, все, что предоставляется платиновому, плюс бесплатный обед или ужин в ресторане гостиницы, один бесплатный день проживания в гостинице. В случае аварийного отключения электричества в ванной комнате должна быть свеча с подсвечником. В структуре инвентаря обязательно должен быть план эвакуации при пожаре. Важно, чтобы он был на нескольких языках и находился в доступном для обзора месте. В дорогих отелях, в номерах высшего класса используется аудиоаппаратура. Ее использование подчеркивает роскошные условия проживания и одновременно требует соблюдения определенных в отеле условий комфорта. Иногда в общей структуре инвентаря предусмотрены запасные подушки и одно запасное одеяло. Подушки в отелях используются из перьев, но в случае аллергии у гостя должны быть в резерве обязательно поролоновые подушки. Мини-бар в номерах перед использованием номера гостями должен быть закрытым. При поселении в номер клиент получает вместе с ключами от комнаты ключ от мини-бара. В мини-баре должен быть прайс-лист на продукты. Сегодня услуга предоставления и использования бара, составление счетов за использование мини-бара главным образом компьютеризировано. В отдельных отелях контроль за ассортиментом напитков в баре в номерах осуществляется отдельным ответственным работником, который одновременно определяет счет. Использование моющих средств и средств чистки. Функционирование службы обслуживания номеров сегодня используется значительный ассортимент моющих и чистящих средств. Перечень их типов должен быть достаточным
для различных видов работ по уборке. Различают следующие типы моющих средств. Это универсальные, затем для очистки пола, отдельно для очистки мрамора, бетона, керамической плитки. Затем освежители воздуха, дезинфицирующие средства для чистки металлических поверхностей. Затем спирт, белый медицинский, для натирания металлических поверхностей, придания блеска. И синий, технический, для чистки и дезинфицирования различных поверхностей, в том числе и пола. Затем полироль для мебели, полов, для натирания медных поверхностей. Потом, значит, шампуни для чистки ковровых покрытий, для чистки холодильников, для чистки керамических плиток, для чистки полиэтиленовых изделий. На этажах с номерами используются специальные бельевые комнаты, в которых хранятся все расходные материалы, бытовая техника, вспомогательное оборудование и другое. Тележка горничной – это важный элемент в процессе уборки. Имеет специальную конструкцию, приспособленную для движения в помещениях небольших размеров и перевозки необходимых средств в работе горничной. Тележка состоит из двух ярусов. На верхнем перевозится чистое белье, инвентарь, который необходимо заменить или восстановить в номерах. На нижней – средства и инвентарь, который горничная использует в процессе работы. Кроме того, в структуру данной службы могут также входить прачечная, химчистка, глажка белья и другие службы, обеспечивающие номера гостиницы и гостей необходимыми для комфортного отдыха принадлежностями. Создание данных служб зависит от размера, категории гостиничного предприятия и некоторых других факторов. Возглавляет эту службу директор или по-другому исполнительный или главный костелян. Главный костелян, он ответственен за ведение значительного количества документации, не только составляет график работы и оценивает труд служащих отдела, но также отвечает за сохранность и надлежащий вид мебели в гостевых комнатах, залах и холлах, затем снабжение горничных запасами моющих и чистящих средств, учет и пополнение запасов постельного белья, снабжение номеров банными и санитарно-гигиеническими принадлежностями и так далее. Другие названия этой должности – руководитель хозяйственной службы, заведующий поэтажной службы или же начальник службы гостиничного хозяйства, управляющие поэтажно-хозяйственные службы, менеджер службы горничных и так далее. Сотрудники, которые входят в данную службу, это заместитель руководителя службы, ассистент хаускипер, значит, помощник руководителя службы, дежурный по этажу или старшие горничные, затем штат горничных, персонал прачечной, химчистки и бельевой, linen room, костелянша по-другому называется, сотрудники оздоровительного клуба, health club или спортивного центра, fitness center, декораторы, дизайнеры, флористы, уборщицы, дворники и другие категории работников. В некоторых гостиницах имеется должность супервайзера, который осуществляет контроль над работой смены горничных, а также стюарды, в обязанности которых входит обеспечение каждого номера свежими полотенцами, придание номеру нарядного вида и так далее. Высококлассные отели могут выполнять самые необычные просьбы клиентов, не предусмотренные никакими прескурантами и прайс-листами, но естественно, разумеется, в разумных пределах. Функции этой службы многообразны. Главная функция этого подсектора
и его обслуживающего персонала – это встреча гостя, его приветствие, информирование о решении всех возможных проблем во время проживания в гостинице. Возглавляет обслуживающий персонал руководитель или менеджер. Персонал объединенной сервисной группы носит униформу. Отсюда и название его представителей – униформисты. У каждого из них свои обязанности. Первыми гостей на неофициальном уровне встречают служащие гаражного хозяйства. Дежурный данной службы приветствует подъезжающих гостей, открывает двери автомобиля, помогает с размещением багажа на тележке и отвечает за безопасность транспортного средства. У входа в гостиницу гостей встречает швейцар. Он приветствует гостей, помогает им выйти из машины, вызывает для них такси, дает им всевозможную информацию о работе гостиницы и о городе. Дальнейшее сопровождение гостей, доставка их комнаты багажа, объяснение гостю основных правил пользования номерным оборудованием, разнесение корреспонденции по номерам – это главная функция коридорных или пажей. Багажисты осуществляют поднос багажа гостей до службы приема и размещения, лифта, номера и обратно при выезде гостя. Наша лекция подошла к концу. Спасибо за внимание. До свидания.